Блин, Диана опять отказалась вступать в нашу команду. Ты просто неправильно к ней подкатываешь. Она же чудо-женщина, тут простым привет как дела не отделаешься. И что же мне тогда надо делать? Практиковаться. Давай, представь, что я Диана, подкати ко мне. Артур, я не буду к тебе подкатывать. Ой, я Диана, Лига Справедливости, такой отстой. У меня огромное состояние, и я холостяк. Возьми меня прямо здесь. Вообще-то Диана бы так никогда не сказала. А кто сказал, что я про нее? Моя королева, а нам точно можно доверить этот артефакт? Мы же постоянно везде косячим. Ой, да не ссыте. Эта штука оставалась невредимой тысячи лет. Уж покараулить ее 5 минут даже мы сможем. Да ладно! Дружище, я давно хотел спросить. А ты правда умеешь говорить на языке морских обитателей? Ну да, они меня понимают. Чё, даже морские котики? Ну-ка покажи. Ау-ау. Ау-ау. Понял. Ну что ты там принесла эту новую чешскую игру про рыцарей и средневековье? Принесла, конечно, но ты же в курсе, что там можно играть только за белого? Ну, Диана, я же адекватный человек, а не расист. Мой пердак не взорвется от такой мелочи. Что ж, хорошо, если так. Тем более, NPC там черные. Все равно ведь есть. Не, в игре реалистичная богемия. Там вообще никого, кроме белых. И как тебе твои новые напарники? Отлично, настоящие профессионалы. Что ж, радостно слышать, что судьба человечества теперь находится в надежных руках. Ух ты! С нами Кристиан Бейл. Шикарно! Просто, блядь, в надежнейших. Валера, что это за существа такие? Это русские локализаторы, Татьяна. И что им от нас надо? Они хотят сделать нас поляками. Но ведь это тупо, Валера. Все надписи в фильме все равно останутся на русском. Поверь мне, Таня, если они не добавят к названию города слово «анаболики», уже хорошо. Чё-то я не понял, а куда опять киборг делся? Улетел. Я даже не знаю, где нам его теперь искать. Ой, да просто скажи «жареная курочка». Кто-то сказал «жареная курочка». Ну капец, оставили его на 5 минут. Он уже где-то чемодан спёр. Вот и настал конец твоим злодеяниям, степной волк. Не бойся, смерть будет быстрой. Да я, честно говоря, и не боюсь. Послушай, Брюс, мои шутки, они ведь тупые и раздражают зрителей. Из-за этого я совсем не раскрываюсь как персонаж. Я тут подумал, может, нам не стоит слишком уж косить под Марвел, а? Что ж, согласен. Ух, спасибо. А теперь иди и упади на сиськи чудо-женщины. Что? Упади на ее сиськи. Зачем? Да ну ржака же будет. Блин, может мне потом еще и яблочный пирог трахнуть? Нет, это уже слишком. Что, неужели перебор? Конечно, козыри оставим на потом. Диана, как ты не понимаешь? Мы должны воскресить его. Супермен нужен нам. Он единственный луч света в этом темном мире. Да ты же весь прошлый фильм орал, что он угроза. И пытался его любым способом грохнуть. Но просто его поступки заставили меня передумать. Вообще-то, все, что он сделал, это назвал имя, которое совпало с именем твоей матери, а ты в него из-за этого по уши втюрился. Сколько можно повторять? Это здесь ни при чем! Марта! Марта! Выходите за меня! Так это ты критиковал наш фильм? Только спецэффекты! Да что не так с нашими спецэффектами? Нормальная же графика! Да ты хотя бы на свой рот посмотри! Что за пиздец с моей верхней губой? Так, ваше морское величество, я говорила тебе не ставить наших будущих детей в холодильник? Да, говорила. Говорила? Особенно не ставить их рядом с красной икрой. Ну да. А ты, позволь спросить, что сделал? Ну, возможно, забыл. Артур, ты забыл? А я их, блин, чуть опять на хлеб не намазала! И помните, работайте сообща, и все получится. Ну, а я вас подвез. Удачи, всего доброго. У меня сериал. Жалкие людишки! Вам меня не победить! Да? Эй, мухи! Ваш злодей говно! Нет, это неправда! Я не говно! Я харизматичный! У меня ведь даже рога, как у Локи, есть! Артур, мы тут победу планируем отмечать. Собираемся чисто нашими. Лигой справедливости. Присоединяйся, посидим, выпьем, поболтаем по душам. Что ж, звучит заманчиво. Ну, тогда вечером у меня. Заметано.
Я принесу пиво, а я принесу к нему вяленые рыбки. Ну, в принципе, можно обойтись и сухариками. Ну ты, блин... Так вот кто, блядь, топчет мою кукурузу!